Сегодня машина с новым митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгиным въехала на территорию Спасо-Вознесенского кафедрального собора города Ульяновска. Его встретило симбирское духовенство. Напомним, 25 августа Священный Синод постановил назначить главой Симбирской епархии митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф перевелся на кафедру в Бурятию. Сразу же переступив порог собора, новый митрополит провел молебен в соборе. После его окончания владыка ответил на вопросы местных журналистов. Конечно, когда прощаешься с людьми, когда расстаешься с теми, кто тебе близок, дорог, кто вырос на твоих глазах и в прямом, и в переносном смысле, и в физическом, и духовном, кто пришел в церковь, когда, вот, конечно, какие-то чувства очень такие определенные, да, они не могут смениться. Вот пересек границу и тут же возрадовался. Поэтому, но я с благодарностью Богу принимаю все те изменения в моей судьбе. Митрополит Лонгин приехал в Ульяновск не один, а со своими братьями и сестрами, с которыми он служил в Саратовской епархии. Будут помогать мне. Это не значит, что я куда-то отодвину на задворки тех, кто уже работает здесь. Нет, конечно, потому что работы очень много. И людей нужно еще столько, еще полстолько. По предварительной информации, первое богослужение владыка Лонгин совершит в пятницу вечером в Спасо-Вознесенском соборе. Начало богослужения в 17:00. Первую литургию он возглавит в субботу утром там же, начало в 8:00. А 6 сентября владыка Лонгин, митрополит Симбирский Новоспасский, возглавит литургию во время освящения храма в честь всех святых в земле симбирских просиявших. Также в этот день состоится закладка капсулы на основании храма в честь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Правда ТВ».